Саша, Люда, Дмуха, которая с проекта, ее половинка Саша, которые уже Юльчику делали подарок. Снова нас порадовали подарком. В этот раз ребята поздравили нас с Юрой с бракосочетанием, прислали подарок. Вот мы подарок забрали. Честно, вот эта коробочка, которая впервые всех выпала, мне тут я не удержалась, я ее открыла, еще на новой почте. Я как увидела, реально, я, так, что я ничего не прирал, я реально плакать стала. GoPro! GoProшечка! Ребята, реально, прах по звуку. Реально, сколько нам все жаловались там. Наверное, ребята тоже как бы обратили внимание, плохой звук, плохой звук. Не будет теперь плохого звука. Будет теперь будет плохо. Качественное видео и хороший звук. Распаковывай следующую так, коробку. Сейчас. Тут у нас, подожди, тут у нас что находится? Ну, камера GoPro, вот, зарядка, защита. Чехол, да, и там всякие проводки. Да. Такой чехол. Распаковывай следующие две коробки. Да. Распаковывай следующий. А я хочу сказать в люди, что там такое? Вы что, ребята, я вас сейчас буду ругать. Планшет? Что, планшет еще вы нам подарили? Ребят, вы чё? Ого! Я себе! Ну цю мы коробку не распечатали, блин! Та ти шо? Люд, Саш, ну ми... Честно, ви нас спали. Офігеть, блин! А ну цю дивись! Бо я хотів сказати за їхній... Ну щас скажу. Тут, походу, мають бути держателі всякі, да. Тут у нас іде. Ну це все, походу, щоб ми були такими крутими. Да, це флешки. Боже. Це держателі все, різні. Боже, боже, я навіть не знаю, що це. Це різні держателі, походу. Ремні, це ми пригати Юра можемо з цими. Да, це він. Ребят, реально. Блін. Зараз сердечко зроблю. Знаете, людей, у которых там, есть возможности или что-то еще очень много, но людей, которые будут внимательны вот кому-то, которые действительно будут за кого-то радоваться, которые будут хотеть вот как-то, чтобы у людей получалось, продвигалось, их не так много. И вы вот к ним относитесь светлые, добрые. И там Юра больше скажет, что вот у ребят тоже есть канал. Да, я хочу сказать, я его, правда, не вимовлю, потому что он, а ну, раз... Включи його, подивись, який він. Я не вимовлю там названня, щось плюс 8 тауч. Ну, блін, я краще оставлю ссылку в описі. Саша знімає, займається зйомкою відео, теж монтує непогано, кстати. Займається зйомкою відео, жизнь Китая. І там різних вуличок, де вони з людьми ходили, там вони, кстати, вдвох є. Ну, за такий подарок, взагалі, в мене розпливається улыбка по всьому лиці. Спасибо вам велике. Я дуже хотів би, щоб ви приїхали до нас в гості, познайомитися. Так як ми Люду бачили, я б хотів ще з Сашою віддільно познайомитися. Ви хороші люди, і ми дуже раді за... Що там? Ми дуже раді, що такому подарку, взагалі, в мене слов немає. Це, ми, кстати, з Танею якраз задумовувалися купити камеру GoPro-шку. Ну так, думаємо, потім-потім. Ну, ви нас опередили. Дуже вам велике спасіба. Ми дуже раді, що ви прислали нам такий подарок і ждемо з вами зустрічі. Я хотіла ще сказати. Что у нас 8 была свадьба, да, сентября, сегодня 11 сентября. Сегодня 11 сентября, и у нас с Юрой сколько месяцев? 11. 11 месяцев наша Юра. Я уже выучил. Так что вот у нас такой подарок. Блин, спасибо за камеру. Спасибо, там чарики такие хорошие. Короче, сейчас буду классать. Спасибо большое.